Уважаемые подписчики и зрители канала Hike Media, мы поздравляем вас с наступившим 2024 годом и Рождеством Христовым. В нашей работе произошли некоторые изменения. В связи с тем, что территория Арцаха временно находится под азербайджанской оккупацией, мы разделили наши новостные выпуски. По будням будут выходить новости, которые будут освещать события Армении и Спюрка. И два раза в месяц по воскресеньям будет выходить программа «Арцах», рассказывающая не только о новостях арцахцев, но в этой программе будут также рубрики «История Арцаха», «Традиции Арцаха», «Диалект Арцаха» и многое другое, что позволит всем узнать больше и лучше о жизни древнего армянского края. В январе программа «Арцах» выйдет 21 и 28 января. Оставайтесь с нами, ваш Hike Media. В новогоднюю ночь в Ереване на свет появились 52 малыша, 30 мальчиков и 22 девочки. Епископ Арцахской епархии Вартанес Абрамян в монастыре святой Гайене Эчмиадина отслужил святую литургию. Он призвал арцахцев оставаться в Армении и не терять надежду на возвращение в Арцах. Католикос всех армян Горигин II во время рождественской проповеди призвал остановить экспансионистские амбиции и посягательства Азербайджана. Арцах остался один в дни постигших его бедствий. Арцахцы подверглись гонениям, лишились крова. Арцах никогда для нас не останется в прошлом, и мы продолжим прилагать все усилия для защиты прав арцахцев, сказал Горигин II. Председательство в Евразийском экономическом союзе перешло от России к Армении. В течение всего года Ереван будет председательствовать в таких органах ЕАЭС, как Высший Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный совет и Совет Евразийской экономической комиссии. Посол Индии в Армении Нилакши Саха Синха дала интервью армянскому телевидению. Приводим самые главные из беседы. Первое. Армения является для Индии стратегически важным и надежным партнером в регионе. Второе. Развивается сотрудничество в военной сфере и других областях. Укрепляется общий потенциал между двумя странами. Третье. Ожидается не только усиление военно-технического сотрудничества, но и сфокусированные усилия на повышении эффективности в различных областях взаимодействия. На фото современная центральная Турция, недалеко от Анкары. Это церковь святых Павла Петроса в селе Тамарза, в 40 километрах от Кейсарии, во дворе которой похоронен последний армянский царь из династии Багратуни Гагик II. Как мы видим, могилы армянских царей разрушены, а турецкая машина ездит по тысячелетнему полуразрушенному армянскому храму. Считайте это ответ на бестолковый вопрос наших соседей из Азербайджана по поводу того, где захоронены армянские цари. Уничтожение армянской культуры, памяти об армянах – это единственная цель в жизни для многих потомков кочевых народов. Соединенные Штаты добавили Азербайджан в список наблюдения за свободой вероисповедания и за опасений за христианское наследие после того, как страна захватила анклав этнических армян Арцаха. Госсекретарь Энтони Блинкен, публикуя ежегодный индекс номинаций, сохранил все 12 стран, которые были в черном списке в прошлом году, включая Китай, Иран, Пакистан и Саудовскую Аравию. Единственным изменением является то, что Блинкен добавил Азербайджан в список наблюдения, что означает, что Азербайджан присоединится к черному списку, который несет в себе потенциальные санкции. В прошлом году 1438 граждан Азербайджана попросили убежища в Германии. Об этом свидетельствует ежегодно отчет Федерального агентства ФРГ по вопросам миграции и беженства. По данным агентства, граждане Азербайджана бегут от произвола, который творит режим Алиева. Ильхам Алиев не выразил соболезнования соседнему Ирану по случаю чудовищного террористического акта в Кермане, в котором погибло более 100 человек. Международный валютный фонд сообщил, что по итогам 2023 года в Армении будет зафиксирован самый высокий экономический рост среди стран Европы. Порядка 2,22 триллиона драмов, около 5 миллиардов 650 миллионов долларов налогов поступило в бюджет Армении в 2023 году. Это на 295 миллиардов 9 миллионов драм или на 15,4% превышает объем 2022 года. А утвержденный в начале года целевой показатель перевыполнен на 18,2 миллиардов драм.
Свыше 2 300 000 туристов посетили Армению в прошлом году. Это на 38% превышает показатель 2022 года. Обнуление дорожных сборов между двумя странами сделает Армению региональным транспортным узлом. Об этом заявил посол Ирана. По его словам, сейчас многие иранские водители склонны использовать относительно длинный маршрут через Азербайджан для достижения Грузии и Черного моря, поскольку здесь более доступные дорожные сборы и цены на топливо. Маршрут через Армению короче, и если мы снизим таможенные пошлины и дорожные сборы, то наши грузовики, следуя по армянскому маршруту, доберутся до Черного моря на 2 дня раньше, чем по азербайджанскому, уточнил посол. В Армении увеличились случаи заражения корью. Число подтвержденных случаев заболевания достигло 525. Мы отправились в главную инфекционную больницу республики, чтобы выяснить подробности. Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава представил ситуацию с корью в Армении. По состоянию на 18 декабря общее количество лабораторно подтвержденных случаев составляет 525, из них 374 у детей, 151 у взрослых. Двое граждан госпитализированы, выписаны 350 граждан. Вспышка заболеваемости корью началась в Армении с 3 марта, когда госпитализированы были 11 человек. Еще в марте в Минздраве были уверены, благодаря прививкам случаи заражений в течение 1-2 месяцев сойдут на нет. Корь – это острая вирусная инфекция, характеризующаяся высокой температурой, сыпью, конъюнктивитом и сухим кашлем. Передается болезнь воздушно-капельным путем. Если с одним человеком, больным корью, контактировали 10 человек, то как минимум 9 из них заразятся. Наибольший риск заражения корью наблюдается в закрытых помещениях, в основном в детских садах и школах. Из-за активизации туризма уже в июле было зарегистрировано 209 случаев кори, а к ноябрю число зараженных составило уже 494 человека. По словам врачей, при контакте с заболевшим корью вероятность заразиться равна 100%. Но невакцинированные переносят болезнь тяжелее, чем вакцинированные. Как сообщает Минздрав Армении, эпидемическая ситуация по кори в мире остается напряженной. Случаи болезни регистрируются почти во всех странах мира. В настоящее время проводятся мероприятия по обнаружению источника заражения и предотвращению дальнейшего распространения вируса. Сона Галдунс, Эрнест Харутюнов, Хайк Медиа, город Ереван, Республика Армения. Профпанель инвестирует порядка 13 миллионов долларов в производство солнечных батарей в Ереване. Кабмин Армении освободил компанию от импортной пошлины в рамках инвестпроекта. Средства будут направлены на закупку сырья. Планируется создать новые рабочие места с зарплатой в 450-600 тысяч драмов. С 1 января этого года физические и юридические лица в Армении имеют право ввозить в республику транспортные средства с электродвигателем в количестве 8 тысяч штук с применением 0% таможенной пошлины. НДС также не будет применяться. Этот пакет льгот будет действовать в 2024-2025 годах. Армения также ведет переговоры с рядом стран и известных брендов об организации совместного производства электромобилей. В Ереване определились с границами Академгородка. Основной площадкой для строительства Академгородка станет 17-й квартал Еревана. Для Академгородка был выбран участок земли на северо-западной окраине Еревана, на краю поселка Силикян, который формально находится в черте города. Оттуда Академгородок протянется дальше за город и займет пустующие земли, находящиеся на территории села Сосуник Арагацотанской области Армении, а также на восток, в сторону Аштаракского шоссе. Кроме того, Академгородок займет и территорию киностудии «Арменфильм». Сегодня весь мир отмечает столетие со дня рождения гениального армянского режиссера Сергея Параджанова. Микеланджело Антониони называл его фильмы «совершенством красоты». Фильмы из 15 стран номинированы на премию «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм». Армения с фильмом «Америкаци» впервые в этом списке. 23 января будет объявлен победитель. Эдуард Вартанян, амбассадор «Горилла Файтинг», признан лучшим бойцом года в России по версии авторитетного издания «Fight Matrix». Армянский горнолыжник Глеб Масесов занял 2-е место на международном турнире в Швейцарии. В слаломе спортсмен показал результат 1 час 26 минут 8 секунд и уступил победителю 0,87 секунды.
В связи с недавним первым визитом президента Ирака в Армению, давайте поговорим об армянской общине Ирака и об отношениях Ирака и Армении. В общем-то, община небольшая, но в плане межконфессионального сотрудничества Армении с арабским миром очень важная. Появление армян в Ираке связано с насильственным переселением иранским шахом Аббасом первых 250 тысяч армян в Иран в 1604 году, часть из которых впоследствии переселилась в Ирак. Но я хотел бы напомнить о более позднем периоде, ближе к нашему времени. После геноцида в 1920-х годах в разных местах Ирака нашли убежище около 90 тысяч армян. С годами часть из них покинула страну, а некоторые переехали в Армению. В 1931 году произошло важное событие. Был утвержден устав армянской общины Ирака, который стал основным внутренним законом местного армянского сообщества. Согласно уставу, армянская община подразделялась на четыре группы с центрами в Багдаде, Мосуле, Басре и Киркуке. Общим центром армянской общины был Багдад, где находилось здание руководства. Глава армянской общины Ирака должен был избираться общим собранием общины, получить одобрение короля и утвердиться его приказом. В годы авторитарного правления Саддама Хусейна армянская община Ирака, несмотря на относительную защищенность и благополучие, заметно сократилась. Сегодня, по разным оценкам, в Ираке проживает менее 10 тысяч армян с общинами в Багдаде, Мосуле, Басре и ряде других населенных пунктов. В настоящее время число иракских армян составляет от 7 до 8 тысяч человек. Все они являются гражданами Ирака, говорят на армянском и арабских языках. В иракском Курдистане есть 5 армянских церквей. В Заху – Святой Богородицы, а в Зруке – Святого Вардана, Дохуке – святого Нарсеса Шнурали, а также новые церкви в Эрбиле и Авреске. Армяне Курдистана считаются полноправными гражданами автономии. 24 февраля 2021 года в Эрбиле состоялось открытие Генерального консульства Армении. Кстати, Конституция Ирака, принятая в 2005 году, гарантирует преподавание армянского языка в качестве родного в национальных армянских школах. Среди почитаемых армян Ирака такие, как Калус Саркис Гюльбекян. Он хоть и не родился в Ираке, но был первым бизнесменом, который начал добывать иракскую нефть. Якуб Саркис, написавший двухтомный справочник «Аль-Махабет Аль-Иракия» по истории и обществу Ирака. И еще. В ходе своего визита президент Ирака Абдул-Латиф Рашид посетил Цицернакаберт и почтил память жертв геноцида армян. И хотя Ирак пока не признал геноцид, лидеры иракского Курдистана несколько лет тому назад осудили совершенные зверства и принесли извинения от имени курдского народа за геноцид. Армянский народ и арабский мир взаимодействуют как добрые соседи уже тысячелетия, еще до прихода на эти территории кочевников из Туркестана, которые много веков угнетали и воевали с арабами, чего арабский мир никогда не забудет туркам. Всех благ. До встречи в программе «Послесловие» на канале «Хайк Медиа».